Знаешь ли, чем отличается в ощущениях вот именно верхний кистевой от нижней кистевого? Меньше ошибиться можно при такой игре, чем нежели играть вот так. Но при игре верхним боем мы создаем очень сильный удар, очень более эмоционально сильнее и более звук громче получается. Ну и закладывается в это тоже другое совсем. Ты правильно заметил, вот я хотел поделиться, вот из 5 базовых эмоций, таких как радость, надежда, грусть, страх и гнев, позитивные, такие как радость и надежда, они играются верхним кистевым боем. То есть здесь как раз и эмоциональное состояние, и строение руки в мозгу, и громче, это то, что мы когда играем, еще дополнительный ветер раздуваем. То есть мы когда вот так играем, ветер обдувает, и дополнительный звук исходит, особенно когда мы играем на себя. Нижним кистевым для проработки эмоций, вот, то есть технические моменты в технике, они быстрее проявляются. И гнев, грусть, там, страх, то есть их вот в таком легче играть. Да, на этом тоже можно радость, но верхние, они больше про позитивные эмоции именно.